гости канала и подписчики, с вами Лена Вольф, и вы находитесь на канале Полная Луна, и мы с вами продолжаем проходить Тургор Голос Цвета. Что ж, мы с вами вновь в садах Авы, замечательное место, которое приносит нам чем дальше, тем больше цвета. Так, кажется, я нашла там, да, действительно нашла скрытое дерево. Оно здесь так хорошо замаскировано в расщелине, судя по всему, туда больше никак не пройти. Может быть, чем-нибудь нарисовать? Нам бы лазурь куда-то деть, ее у нас столько много. Кошмар. Надо бы еще серебро, но надо его сначала перекачать. К тому же серебряное дерево у нас еще есть. Давайте нарисуем лазурное. Лазурь, она полезная. К тому же наверняка какой-нибудь сестре также пригодится. Кормить ее. Помнишь, я говорила тебе о волшебной сирене? А серебро делает все наоборот. Чем больше в тебе серебра, тем меньше ты тратишь соцветия, в котором рисуешь. Так, ясно. Так, ну, возможно, мы сделали бяку. Может быть, стоит загрузиться и переделать? То, что сирень как раз-таки у меня была. Можно было залить немножко сирени. А я вместо этого залила полное сердце серебра, и поэтому у меня получилось так много лазури влить. Хотя, ладно, будем знать. Ошибки, они ошибки и есть. Ладно, давайте посмотрим, что у нас там происходит. Я что-то как-то за выходные уже успела подзабыть, что да как. Так, что-то у нас тут, что-то тут. В сад идет негодяй. Брат. Так. Мне, кстати, дали очень полезную информацию по поводу сердец. То, что больше 100 капель цвета вливать бесполезно. В смысле, больше пользы от этого не будет. Так, ну-ка, давайте-ка реактивно. Бежим, бежим, бежим. Братец двигается довольно медленно, мы должны его опередить. Давай, 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 давай. Вот так. Он не успел сюда зайти. Все-таки толком. Нам сейчас надо очень оперативно двигаться, потому что здесь ловушек, к сожалению, нет. Да, как я уже говорила, мне оставили довольно-таки много приятной информации. Полезной весьма. О том, как же стоит... Ой. Как стоит распоряжаться цветом. В общем-то, там не было никаких спойлеров, если кто переживает. Там просто были вещи весьма неочевидные. Я уже как бы говорила об этом сегодня в подкасте. Ух ты, может быть, успеет на эту капельку приехать, прилететь. Давай, 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 давай. А то она уже скоро испарится. Отлично. Мне посоветовали вот этих вот всяких недородков, в общем, их не трогать, если на то нет какой-либо особой причины. То просто от них убегать. Ну, я, в общем-то, согласна. Они тратят очень много цвета на то, чтобы их убить. В принципе, можно, конечно. Вот. Вот он явно летит для того, чтобы на нас напасть. Я, в общем-то, переживала, что эти штуки будут убивать... О, вот. Пикирует. Скотинка. Вот так вот. Я переживала, что они будут убивать маленьких светлячков, но вроде бы мне говорят, что такого нету. То есть они их не убивают. Правда, все равно, наверное, придется через какое-то время с ними что-то делать, потому что их расплодится тут много. И что дальше? Посмотрите, как много цвета. Цвет твоей силы. Ну не здорово ли? По-моему, это очень круто. Так, малышня бродит. Ты куда бежишь, сюда? Ай! Так. Так, ага. Меня сейчас коцнет что-то. Может быть, успею знак нарисовать сейчас. Так, надо бы куда-то его деть. И куда же его деть-то, этот янтарь? Уф.
Наверное, да. Вот так как-то. Вон он где был. Зараза такая. Неприятные, конечно, вот эти леталки. Ой-ой, ой-ой. Так, нет, знаете что? Давайте-ка мы их убьем. Пока что цвета у меня хватает, я так думаю, что можно вполне. Хотя нет, лучше давайте-ка мы зеленый оставим, если все-таки прилетит нам по головушке. Меньше цвета потеряем. Лазурь пока можно достать. Давайте лучше пурпура тогда зальем. Сколько сможем. Эх, надо бы еще сердец добыть. А где же взять? Так, ну 75. Так, будем драться с лазурью ее больше всего. Кстати, по-моему, эти недородки тоже стали больше. Да ты посмотри, какой толстый. Кошмар. Так, ну, от одного, может быть, сможем убежать. Да, друзья. Янтаря надо срочно делать дерево, посадить, потому что его очень много у нас. Ну, янтарь — это метаболизм, поэтому мы сейчас выйдем в промежуток и быстренько его переработаем. Ой, росточков сколько народилось-то. Прям прелесть. Глаз радуется. Да ё-моё! Вот зараза. Украл у нас пурпур. Нет, ну, я такое не прощаю. Нет. Нет-нет, сэр. Сейчас мы его прибьем. Все-таки как-то, я не знаю, вот не вовремя отвернешься, получишь вот такой вот подарочек. На мой взгляд, так это очень неприятно, и не стоит оно того. Ну, по крайней мере, у меня был зеленый в сердце, поэтому зеленый цвет. Ладно, давайте пока лазурь уберем, хотя мне ее некуда убирать. О, да, надо выйти в промежуток, переработать немножко лимфы, потому что что-то у нас как-то совсем забились сердца, точнее, колбочки. Ты ж гадина такая, ну давай тебя убивать. Их получается здесь 3 штуки. Я-то думала 2. Одного убила и... Ладно. Да, у нас полная колбочка. Так давайте-ка выйдем в промежуток и постоим чуть-чуть. У нас янтаря много в сердцах, поэтому... Я думаю, быстро перекачаем. А, мы не можем стоять. Тут же брат ходит. Ай, зараза. Я забыла про него. Ну ладно, надеюсь, сколько-то преуспели переработать. Не очень много, конечно. Но как-нибудь успели. Как вы видите, вот когда янтаря много, как он быстро выходит. Ну и другие цвета тоже. Да, Авочку можно будет покормить янтарем, раз уж его так много народилось. Так, вон еще малыш бродит. Еще 2 малыша. Ну, посмотрите, просто прям-таки... Да ё-моё, иди ж ты! Скотина такая. Хотя я его не заметила. Истребитель, блин, недоделанный. Смотрите, что творит. Я так не смогу малышей ловить, потому что мне надо стоять, ждать, когда они подойдут. А этот будет мне мешать. Немножко золота. Ой-ой-ой-ой-ой. Успела. Да ё-моё!
Ну ты посмотри на него. Ой, кошмар. Нам надо обчистить этот сад. Собственно, недородков можно оставлять братьям, пускай они сами с ними борются. Это их работа, в конце концов. Ну, хотя официально считается, что покой безымянной сестры под моей ответственностью, в общем-то, как бы... Ну, это уже мелочи. Я думаю, можно и на них свалить. Бойся смерти. Смерти. Сирен. Да, понятно, почему брат сюда пошуршал, потому что здесь уже довольно много цвета. Я принесу тебе... Да, где эта штука? Бродит. Мне вот интересно, в старом Тургаре, в классическом, все-таки, мне кажется, убивали вот эти штучки зверьков маленьких. Насколько я знаю, как бы. Может быть, я и ошибаюсь. Так, вон эта пакость летучая. В общем-то, то, что у нас лазурь в сердце до сих пор, это хорошо, поскольку не только между покоями, но и в самом покое мы перемещаемся быстрее. Так, давайте найдем малыша. И все на этом. Побежим дальше. Так, куда ты бежишь? Так, вот отсюда. Ну все, давайте теперь сваливать отсюда. Ой, я опять забыла таймер включить, да? Мне холодно без тебя. Это кто такая? Холодно и без меня. А, опять все та же. Это предсмертная пустыня. Кажется, где-то под землей, но не глубоко. Здесь безраздельно правит голод. Страшный голод. Кого ты там не напоминаешь? Спящий утратил душу, и ему нет больше дела до нас. Нет участи страшнее, чем перестать жить. Но все-таки можно покинуть это место мертвых. Слушайте, там наверху нет этой смертной пустоты. Там бурлит настоящая жизнь, полная любви и воли. А цветов там... Неслыханное, великое множество. Здесь изнывают, а там живут. Пора, сестры, летим все вместе. Вперед, дорогая. Удачного полета. Что ж происходит-то? Они почему-то теперь с задержкой разговаривают. Наверняка это из-за того, что я как-то записываю не так опять. У них каждый раз какая-нибудь неприятность случается. Дорогая, зачем ты мне нужна? Скажи. Сирене серебро. Спасибо. А, так, у меня в шахте что-то есть. Давайте в шахту ломанемся. Ха-ха-ха-ха-ха. Я тебя опередила. Чудовище страшное. Что у нас теперь тут происходит? Наверное, жилки новые появились, я так думаю. Так, может быть, еще постоять немножко? Так, подождите-ка. У меня, по-моему, да, у меня пурпур. В ноге. Давайте немножечко постоим. В промежутке мне надо освободить место. Ну я так и знала, ну вот я так и знала. И этот туда бежит. Ну вот просто прям ужас какой-то. Забирает, видите, цвет из покоев. Ну его там так не особо много было, но все равно, конечно, неприятность. Ой, надо очень быстро соображать, куда надо побежать. Что у нас тут? Вроде бы все сердца опустили.
Можно еще янтаря, наверное, залить какое-нибудь большое сердце, да? Те оба больших заняты. Ну, изумруда немножко осталось. Опять-таки, пурпур все-таки придется, наверное, как-то перерабатывать, хотя нам это грозит тем, что нам могут закрыть доступ куда-нибудь. Вырвать сердце, допустим, у Уты. И все. Ой-ой-ой, капелька, капелька. Подожди. Не исчезай. Ну давай же. Собрала, не собрала? Пойму. Вроде бы звук был. Понятно. Попрыгунчики. Ну да, теперь мы видим спокойно жилки, видите? Отлично. Отлично. Я думаю, можно вполне направляться к Аве, пытаться ее кормить янтарем, потому что у нас его столько, что девать просто некуда. Можно и попробовать открыть дальше путь через Аву. Так, ну ладно. Что мы с вами сделаем? На сирень пока что зальем, да? Чтобы поменьше цвета тратить. Да, наверное, лазурь и янтарь это у нас будут сейчас основные расходуемые. И тратишь свою душу. Вот так как-то. Насколько знаю, вот чтобы сделать жилку, нужно фиксированное количество цвета, то есть если даже я волью в знак больше, мне остаток вернут, то есть... Да, господи ты боже, ты мне надо был, да? Отвали. Так, давайте попробуем поскалолазничать. Как видите, тут обходить можно все что угодно. Вот так. Вроде бы где-то еще лазурь прячется. Найти ее. Даже не знаю, есть ли смысл наверх прыгать. Может быть, там какая-нибудь подсхалочка, а может быть и нет. Так, ну, лазурная жилка, если здесь и есть, то где-то с той стороны, видимо. Сейчас обойдем да посмотрим. С этой стороны тогда поглядим заодно. Может быть, там что-то есть. А может быть, лазурь была отмечена просто из-за росточков. Их тут тоже было немало. Да, таких уж явных мерцающих жилок здесь нет. В таком случае я не вижу. Однако мы нашли ответ на другой вопрос. Появляются ли жилы в тех шахтах, где мы уже все выбрали, собрали? Очевидно, что появляются. Да ё-моё. Уйди, страшила. Только надеюсь, он нас не сможет здесь достать. Да? Ой, какие же они противные. Ужас просто. Ой! Это что такое было сейчас? Куда это он улетучился? Я уж подумала, он сейчас на меня сверху спрыгнет. Ой, да залазь ты уже ж. Ну. Давай! Ура! Thank you.
поверху они вроде бы не прыгают. А, нет, прыгают вон. Аж сюда запрыгнул. Ну, в общем-то, больше шахт я здесь не вижу. Жил, в смысле. Так что собираем последний кустик и валим отсюда. У нас просто завал. Даже не знаю. Ладно, пускай будет так пока. Так, надо сохраниться. Цвет сказал, что ты наивен, и он просто использует тебя. Сказал, что хочет вознести. А, там явно было очень много лазури, видели? Значит, где-то я пропустила жилку. То есть с янтарем понятно, здесь было аж две жилы, мы их открыли. А вот лазурь, здесь явно где-то есть жилка лазури. Но я ничего не вижу. Довольно-таки странно. Сейчас я их должна видеть отчетливо. Причем она вроде как не маленькая. Вы видели, сколько там? Половина колбочки в комнате заполнена. Значит, ее тут много. Ну уж не меньше, чем янтаря должно быть, по идее. Давайте еще раз пробежимся, посмотрим. Может, и правда залезть на этот столб? Честно говоря, не знаю даже. Я вроде бы стараюсь все осматривать, но как-то... Да ну, мне кажется, не может такого быть, чтобы там было. К тому же я, может быть, даже смогу туда пробраться, но там же... В общем-то, вот эти подмостки, они опоясывают довольно плотно сам этот столб, и там нет никаких промежутков, где я могла бы вверх пройти, насколько я отсюда вижу. Да ё-моё, уйди! Противный бежит за нами. И все же, мне кажется, там мерцает лазурь. Может быть, меня глючит, конечно, но вон там, видите? Я даже не знаю, стоит ли пытаться туда пройти. А, нет, вот, вот. Вот она где. Так, и оба мелкие здесь шляются. Ну что ж ты будешь делать? Давайте-ка забежим наверх. Может быть, нас не заметят. Вон, собственно, жилка, видите? Ой, я в промежуток вышла. Ай-яй-яй, мне теперь придется назад бежать. Ну, как же так? О, господи, ладно, надеюсь, сейчас... Там не будет этих мелких, в смысле, они будут где-нибудь еще. Зато теперь мы знаем, где. Да ну, вы издеваетесь. Не хочу на них тратить свет. Все-таки около 10-15 пунктов света надо, чтобы их убить. Мне не самой пригодятся. Несмотря на то, что у меня его сейчас довольно-таки изобильно, особенно лазури и янтаря, я все-таки предпочту его немножко посохранить. Посохранить. Я придумала новое слово опять. Ладно. Ну, это все-таки хорошо, что мы сюда вернулись, потому что иначе... Да ладно вам, вас что, здесь трое? Ребят, ну, прекращайте, это многовато. Да, так, конечно, это не быстро, но...
Все равно лучше, чем обходить, правда? К тому же у меня есть робкая надежда на то, что... мы сейчас успеем туда добежать раньше этих ребят. И спокойно сделаем жилку. Так, ну-ка. Давайте эту янтарную. Да-да. Можно убегать отсюда. Теперь должно быть хорошо. Но видите, как они такие незаметные, эти лазурные жилки. Во всяком случае, здесь они очень хорошо сливаются с камнем. Пропустить здесь такую довольно легко, поэтому лучше лишний раз пробежаться. То ли глючит, то ли что. Вроде бы да. Хоть показалось сначала, что там что-то было. Да, мелкие эти шкодники, они, в общем-то, если видят, что до нас никогда прыгнуть не могут, они, видимо, улетучиваются себе. Ну и ладно. Так даже лучше. Здесь золото испаряется, но... Опа! Братец нарвался на нашу ловушку. Правда, жалко, что сад был пуст в это время. Но, очевидно, ему было бобошки. Ну что ж, сам виноват. Сам виноват, приятель. Нечего лезть в чужой огород. Так, все, серебра у нас... Серебра больше нет. Хотя нет, чуть-чуть есть еще. Да ё-моё. Что ж ты будешь делать? Так, давайте вот таким макаром, наверное, зальем еще. Янтаря. Чтобы быстрее перерабатывалось, да? И добежим до Авы. Сюда. О, как его! Побежал прям, полетел. Бегом, бегом. Так-то. Будет знать, как залазить в наш огород. Правда, теперь там ловушку надо заново наполнять. Это, конечно, печально. Учитывая, что сейчас ну, заново родится цикл. Но... пока у нас один сад, в принципе, ладно. Мы чаще всего оказываемся там в первую очередь, ловушка не особо нужна. Но вот если их будет много... Ну, привет, дорогая. Ну что? Давай пообщаемся. Подожди. Какое у нас сердце пустое. Вот это. Вот так. Есть еще 25. Давайте сделаем вот так. И попробуем ей дать покушать. Янтаря у нас просто завались. Остановись. Проверь, довольно ли в тебе золото. Чем больше в тебе золота, тем быстрее ты меня напоишь. Ну, в общем, Ава нам, ну, как бы сначала нам не очень понравилась, но она очень много советов нам дает по поводу цветов. Поэтому, в принципе, тоже она неплоха. Ладно уж, так и быть. Так и быть. Да, у нас довольно много янтаря. Получилось очень неплохо. Девушки тут, конечно, не стеснительные. Ну что ж, сердце почти заполнено. Посмотрите, на 200 пунктов. Хотя у нас было меньше 200, у нас было где-то 180 пунктов цвета, капелек. Ну, вот так вот. Что ж, ну еще сирень.
Не знаю, давать ли ей сирень. Ну, хотя давайте, ладно уж. Слишком мало ее в любом случае. Немножечко отдадим. Сколько уж есть. Друзья, серебро, да, у нас, в принципе, приемлемое количество серебра, которое можно пустить в расход, да? Но Уту все равно не напоить этим количеством, правда, у нас немножко изумруда появилось, но я даже не знаю, стоит ли его так тратить, поскольку у нас его больше нигде вроде бы нету. А янтаря у нас все еще очень много. А будет еще больше, потому что в следующий раз мы с вами пойдем в ту же шахту, где мы сейчас были, в Зев, и наберем там еще янтаря. А еще у нас деревья есть. То есть довольно много у нас всего. Но все-таки продвигаемся мы вперед довольно медленно, поэтому надо бы поспешить. Здесь есть немножко янтаря, честно говоря, даже не знаю. Давайте попробуем пройтись сюда, посмотреть. Но заповедник они не суются, конечно, там же этот ящер. Хитрюшки. Как его убивать, я, честно говоря, не знаю. Но у меня еще есть время, может быть, я успею найти какие-нибудь подсказки в других покоях у других сестер. Если мне удастся напоить и Уту, и Аву, то это откроет путь еще к, по-моему, двум или даже больше сестрам. Поэтому наверняка они мне тоже что-нибудь дадут хорошее, полезное. Где-то здесь янтарь затаился, да? Сколько же здесь этих штук-то? Так, вон капелька, я вижу капельку. Я не могу ее подобрать. Хнык. Она слишком далеко. К тому же там эти страшные недородки, я их боюсь. Так, там прыгунчик. Здесь вроде бы нет ничего, да? Страшно лазить мимо этих штук. Они очень больно кусаются, конечно. Так. Вот здесь можно попасть вниз, да? Только стоит ли? Ой! Ладно. Ага. Тут на нас уже пикировал там. Ой, меня проглючило. Показалось, что прямо здесь в стене жилка. Но такого же не может быть, да? Это же не стена, это скорее кладка. Насколько я знаю, вот в первом Тургале, да, имело смысл убивать вот этих недородков, потому что они приносили тоже цвет. Вот, соответственно, убивая их, мы тоже пополняли свои запасы цвета. Во всяком случае, совсем уж бесполезным это не было. А здесь, ну, как-то так. Я вообще не вижу жилы, честное слово. Хотя янтарь, это вам не лазурь, ее должно быть видно отчетливо, она ведь яркая. Желтенькая такая. Но, честно говоря, не вижу. Не хотелось бы приближаться к этим ближе, чем нужно. Круглым штукам. Может быть, стоит чуть-чуть повыше забраться. Там вроде бы можно на самый верх вылезти. Сейчас посмотрим. Для этого придется, конечно, обойти. Опять все по кругу. Так, подождите-ка, ну вот. Подозрительное же место.
Хотя вроде бы нет. Нет, она не мерцает, так что, по всей видимости, это не то, что нам нужно. Так. Вот эти вкрапления цвета в стенах тоже как бы довольно-таки сильно смущают. Так, сколько я уже записываю? У нас осталось не так много времени, я думаю, мы закончим этот цикл. И что-нибудь будем думать. Как поступить? Не могу найти эту янтарную жилку. Довольно-таки странно. Интересно, что вон там наверху. Могут ли быть в одном покое... то вы посмотрите, ну опять она капелька там. Если здесь есть вот эта капелька, значит, что все ж таки присутствует здесь цвет. То есть жилка где-то есть. Такие вот капельки появляются, когда цвет испаряется. Соответственно, где-то она тут. Не могу подобрать капельку, мне так жалко. Там может быть около 50 капель цвета. Вот в такой вот капельке. Интересно, она не может быть под водой? Может, я ее просто не вижу? Вроде бы она должна быть исключительно в скале. Хотя... С чего я взяла? Не знаю, честно говоря. Вон она, вон она. Но я не успею добежать, она пропадет. Может быть, именно эта капелька? Отображается, в общем, как... Ой, боже, как же нам тебе пройти-то? Может его бункнуть? Давайте убьем. Меня раздражает слишком много времени. Каплей. Так и тратится жизнь. Так. Давайте бежать. Да, вполне возможно, что отображается, в общем-то, в покое из промежутка как раз наличие этой вот капельки, то, что она здесь переливается. Ее надо поймать тогда. Хотя не знаю. Может быть и нет. Она ведь все-таки исчезает время от времени. А наверху я еще вроде бы... Ай! Не была! Чуть не упала. Пардон. А, где? Вот. Здесь надо быть очень осторожным. Здесь на нас вот эти вот летучие мыши могут напасть, как вообще. Без проблем. Интересно. Дорожка нас ведет прямо вот сюда. Это уже не выглядит как кладка, честно говоря. Уже больше как скала. Может быть, здесь где-то? Посмотрите-ка. Интересно. А может быть, а что с другой стороны? Здесь, кажется, даже можно заглянуть. Интересно. А с той стороны у нас море. Возможно, здесь как бы и будут потом жилки, но пока что их здесь нет. Пока что можно просто походить, посмотреть. Да здесь просто море-океан.
Ничего выдающегося вроде бы нет. Жилку я так и не могу найти. Капелька опять появилась. Интересно, можно ли забраться вон туда наверх? Давайте попробуем. Интересно. Можно ли? Здесь просто легко поскользнуться, но... Понадеемся, что мы сможем как-нибудь забраться. Главное не напороться прямо на недородков. Я, в общем-то, практически сейчас это и делаю. Сейчас я, очевидно, прям на них как-нибудь встряну. Но я все-таки надеюсь, что пройти мы сможем. Да. Вот смогу ли я вот здесь пропрыгать наверх? Это вопрос. Вот так. Вот так работает щит. Ой! У-у! Почему меня так откинуло, интересно? Ну, теперь обратно корябаться. Вот зараза. Но нет ничего невозможного. Если можно куда-то попасть, то мы попробуем. Мама! Зараза такая, напугал. Так. Так, нас отталкивает прям как мечом от этой скалы. Даже, честно говоря, не знаю. Ну, все, я туда больше не полезу. Очевидно, что как-то попасть можно, но есть ли там что-то, ради чего стоит туда лезть, я не знаю. Мы и так уж потеряли здесь много времени и цвета на этих недородков. Но все-таки игра располагает для исследования, да, здесь тоже много чего интересного можно найти. Может быть, там какая-нибудь пасхалка была бы, да, или еще что-нибудь. Может, нам повезло? Да! Мы смогли найти капельку, ура! Так, давайте теперь посмотрим, выйдем из промежутка и поглядим. Честно говоря, я не могу найти жилку, даже если она здесь где-то и есть, то она где-то, видимо, может быть под водой, вон там или еще где-то. Где я ее найти, не могу, поэтому давайте пока что ограничимся капелькой. И то хлеб, как говорится. Выйдем, попробуем еще янтаря накрутить и пойдем опять к Каме. Сразу да побольше. А так как уже конец цикла, то носить в себе янтарь вполне приемлемо. Да, смотрите, судя по всему, это именно и была та самая капелька. Это была именно она. Да, посмотрите, из покоев этих сестер ведут как бы пути к двум, еще двум сестрам. То есть, напоив даже одну из них, мы сможем довольно-таки далеко пробраться. Так, ну что? Сколько у нас янтаря там? Да, довольно много. Неплохо. Так, куда пойдет китобой? Надеюсь, что не ко мне. С него станется. О, так, друзья. Сирень, сирень. Хорошо, сирень, сирень. Теперь мы слышим. Теперь мы слышим, когда цвет нам что-то говорит, да? Куда он в этот момент? Так, в шахте у нас ничего не родилось.
В саду много чего есть. Давайте тогда метнемся быстренько в сад. Соберем наш сад. Так, сначала Кави, потом в сад, потом вниз, потом наверх. Как всегда. Я очень надеюсь, что мы сможем открыть сердце Авы в ближайшее время. И пройти наверх к еще двум сестрам. Я думала, что мы успеем раньше открыть Уту, но очевидно, что у меня не так много серебра и изумруда. Нужно 400 капель, это очень много. А янтаря нам валит, ну просто выше крыши. Поэтому надо пользоваться. К тому же мы до сих пор не можем понять, как убить этого ящера. Я думаю, в следующий раз я пойду туда, к ящеру, и посмотрю, сколько нужно урона, сколько нужно цвета, чтобы его убить. И вообще, могу ли я его убить без атакующих каких-то способностей. Ну что ж, дорогая, давай общаться. Гляньте-ка, может быть, нам удастся ее сейчас накормить? А вдруг? Все может быть. Да! Ура-ура! Отлично, второе сердце открыто. Ну просто классно, друзья, просто здорово. Тогда, возможно, сейчас пойдем в гости. Правда, я так думаю, нам, может быть, сейчас прилетит, как бы, от китобоя. Не ходи ты к этой Оле, золотоглазой. Будь со мной. Я лучше. Не скажи. И брось свою смерть из теплицы. Что тебе в ней? Пусть пропадает. Она тебе не кормящая мать. Это ей только мерещится. Нет, все-таки Ава мне не нравится. Она какая-то, ну, совсем. Нет, дорогая, больше двух сердец ты от меня не дождешься. Но. У нас теперь есть путь дальше. И это здорово. Что ж, друзья, я, в общем-то, считаю, что на этом стоит закончить. Возможно, стоит пойти пообщаться с мелкими сестренками. Даже не знаю. Но лучше, наверное, мы сделаем это в следующей серии. Давайте выйдем. Сохраниться надо бы. Так, как-то да. Вот, у нас открылась Има и Элли. Собственно говоря, насколько я знаю, да. Вот, из покоев Имы можно попасть уже к Оле. Она у нас вот здесь живет. То есть нам придется кормить вот эту сестренку. Ну, либо же, когда открою Уту, вот эту. Ну, ближе, конечно же, вот эта сестра. Надеюсь, она неплохая, честно говоря. Так, что у нас там с сердцами? Ой, я золото забыла вытащить. У нас слегка переработалось, к сожалению. Пока что этого не нужно. Так, ну что ж. Так, янтарь тоже можно пока вытащить. Нам не надо быстро перерабатывать лазурь, у нас ее и так очень много. Ой! Оп! Мне так нравится, как она бегает. С лазурью в сердцах, так просто вообще реактивно. Так, сейчас нам опять, наверное, придется с недородками драться здесь, да? Да, я вас слышу. О, боже, какие здесь огромные это, мам дорогая. Так, изумруда у меня совсем нету. Вообще нету изумруда. Печаль, беда. Уф, ладно, давайте зальем тогда пурпура. Сделаем ему ай-яй-яй. Все, 100%. Наверное, лазурью будем делать. Попробуем, во всяком случае. Оп. Потому что если эта штука на нас нападет, я думаю, мы тут долго не продержимся. Все. Вот она, сила пурпура. Грандиозно, не правда ли? 87 лазури. О.
Полная колбочка, друзья. В общем-то, этот сад меня просто не перестает радовать. Он настолько классный. Под сотню лазури вот просто с дерева. Это же даже не шахта ведь. Ну вот как нечего делать. По-моему, это здорово. Честно говоря, предпочитаю пока не тратить пурпур. Может, можно, если он мне понадобится, я его буду перерабатывать. Сейчас пока что это опасно. Я не хочу подвергать опасности сестер. А вот, собственно, наш изумруд. Это же дерево, которое мы собирали в прошлый раз, и все равно оно нам дало около 30 пунктов цвета. Это очень здорово. Янтарь. То же самое. Это дерево мы уже обирали. В прошлый раз дало под сотню. То есть, ну, на мой взгляд, как бы польза очевидна от этих покоев. И смысл в том, чтобы взращивать здесь деревья, все-таки самое что ни на есть. Большой. Так, ладно. На этом все, да? Больше вроде бы здесь нет деревьев. Мы ничего не сажали, во всяком случае. Давайте посмотрим. Да, покой опустошен. Теперь нам нужно... Так, у нас можно собрать много сирени. Ну, в общем, нам надо вот так вот ломиться дальше. Поскольку нам надо сделать это прежде, чем наш брат вот этот вот сюда прилезет, да? Еще у нас почему-то здесь показано вроде бы как что есть золото, но я не знаю. Может быть, так сестра обозначается. В общем, как-то так. Я думаю, что пойдем сначала вот так. Ну, как всегда. Сейчас добежим до сада, друзья, и я, наверное, с вами попрощаюсь. Я и так уже затянула, хотя собиралась-то. Здесь мои деревья больше пока что не цветут. Все отцвели. Когда они возродятся, я не знаю. Зато здесь есть недородки. И мелкие эти, конечно же. Ну, в смысле, злобные крылатые штуки. Ой, я испугала. Ну ладно. Ой, посмотрите, можно заново залить дерево. Отлично. А почему бы и нет? Почему бы нет? Давайте изумрудное сделаем. Почему бы нам не сделать новое дерево? Это же супер просто. Итак, ну теперь мы выяснили, как это происходит. Зараза. Хорошо, что я его заметила. Значит, после того, как дерево отцветает, оно буквально несколько циклов стоит просто... красуется, а потом оно снова пустеет, и мы можем его заново наполнить. Это здорово, ребята. Это значит, что этот сад у нас теперь снова будет приносить цвет. Ближайший цикл от него будет много изумруда. В этот раз у нас, конечно... Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Успею. Успела. Ой, я два сделала? Ну как же так? Я думала, первый раз у меня не получился знак. Ну ладно. Четыре штучки потратила. Ладно, ладно. Зато теперь у нас есть много сирени. Это нам, конечно же, поможет. Давай, дружок, давай. Сиреневые светлячки. Сиреневые росточки, сиреневые деревья. Все, забили колбочку. Но это все равно здорово, потому что следующая сестра там какая-то у нас просила сирень. Та, которая все вот норовит с нами общаться активно. Кстати, почему мне в сердцах не показывает? Его немножко. Цвет твоей силы. Ой, стой. Стой, капелька. Я научу тебя оживлять мертвое. Поглядите-ка, еще два недородка. Ну просто вообще красота.
направо, налево. Не могу остановиться. Надо их всех... Как там? Собери их всех. Покемон. Надо сначала собрать весь цвет из покоя, потом выйти, сохраниться и все. Так что давайте все это соберем. Я выйду, в конце концов, успокоюсь и... Ладно. На этом закончим. Насколько вы помните, в прошлый раз промежуток прям-таки наполнился цветом. Он очень прям над каждым покоем нам шептал. Да, ё-моё, уйди, противный. Так, надо как-то их подкараулить здесь. Ай-яй-яй. Всё, будильник даже уже засвистел. Пора заканчивать серию. Капля за каплей. Да ё-моё! Вот же зараза. Так, ну всё. Вы меня достали, ребята. Вот гадость такая, ну. Их тут три штучки опять. Интересно, если я этих не убью, их потом будет больше? То есть их тут будет 6 штук или сколько там? На мой взгляд, это как-то немного слишком. Это был последний малыш, да? Ладно, друзья, давайте прощаться на этом. Что ж, надеюсь, серия вам понравилась. В принципе, так не особо многого, но мы добились очень... как бы хорошего прогресса, то есть мы открыли второе сердце, мы открыли еще двух сестер, соответственно, это еще 6 покоев новых, которые мы начнем открывать в следующей серии, то есть уже завтра. Ну что ж, друзья, надеюсь, все было хорошо, приятного вам дня, всего вам хорошего, до скорого!